Здравствуйте. 15 тысяч. Ой. Чего? Ну, это, конечно, не рынок, торговаться-то, но все равно это что-то такое для нас не подъем. У меня пенсия-то всего 9956. Ну, в Ставрополь вообще 35. Ну, понятно. Ну, ладно, в этот... А если сейчас не полная сумма, потом после операции чуть-чуть еще. Но нам дочь говорила, что не 15, она говорила 13. Ну, давайте 13, если можете, ничего тогда поменьше, ничего страшного. Пожалуйста, 13. Да. Угу. Там в кабинет проходите или тут? Да, вот здесь можно обрезать. Ровно 13 и приготовили. Хорошо, сразу с анестезиологом говорю. Все, давайте. Ну, все, давайте. Все,